С глубокой древности через территорию Азербайджана пролегал Великий Шелковый путь. Тогда на верблюдах везли тюки с шелками, коврами, специями, посудой и драгоценностями. Остановки караван делал на базарах, первые из которых появились в Баку за городской чертой, за крепостью. Сегодня караванов и верблюдов след простыл, зато появилось множество торговых центров. А в период шопинг-фестиваля покупка становится не только выгодной, но и приятной. Торговый центр Гянджлик Молл самый большой по площади в регионе. Ему всего год, но несмотря на это, в нем уже представлены ведущие мировые бренды. На входе в торговый центр вас обязательно проверит служба безопасности. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно я вас проверю? Да, конечно. Спасибо. После чего можете смело направляться за покупками, за развлечениями или просто отдыхать. Мы же направляемся в магазины, на которых установлены логотипы шопинг-фестиваля. Товар по своему вкусу, а также посоветоваться с консультантом по поводу, есть ли нужный размер, цвет или перламутровые пуговицы. А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами? К сожалению, нет. Нет. Будем искать. Выбор магазинов большой, и выбирать, возможно, придется долго. Главное не забывать о том, что возврат НДС будет осуществлен лишь в том случае, если сумма товара от 100 манатов и выше. Смотрите, наряду с моей покупкой кассир предоставляет мне чек, на котором указана сумма самой покупки. Затем в специально отведенном месте, предоставив чек и специальную фактуру, я смогу получить обратно часть денег. Hey,